Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Сотрудники мобильной бригады таможенной службы задержали партию контрабандной одежды на сумму более 100 тысяч леев. Автомобиль, в котором находилась крупная партия товара без документов, остановили на одной из улиц Кишинева. За рулем транспортного средства находился житель Бендер, который отказался предоставить информацию о происхождении этих вещей, сообщает в пресс-релизе таможенной службы. Этикетки на предметах одежды свидетельствуют о том, что она была произведена в Турции. Правоохранительным органам предстоит установить, как эта партия товара попала на территорию Республики Молдова. Весь товар был конфискован, а мужчине предстоит оплатить штраф в размере 4500 леев.